единственный инструмент, на котором не надо прикасаться, в принципе. То есть чем ближе рука, тем звук выше. Дальше внизу, вперед и назад. А здесь громкость, то есть левая рука вниз и вверх двигается, то мы замечательно развивает координацию. Левая вниз и вверх, а правая вперед назад. И вперед. Кстати, да, первый вопрос, который часто возникает, потому что у многих инструментов мы видим, да, куда нажимать, где зажимать. А на самом деле не у всех. И у нашего самого главного инструмента, который мы, в общем-то, все используем, ничего такого нету. Это наш голос, да, непосредственно. В данном случае ноты располагаются между плечом и... На самом деле в Японии есть самые разные матрешки, можно купить такую матрешку и разрисовать самому. Благодаря этому у них есть чебурашки, у них есть котики, панды. Есть просто, например, у меня один ученик, он электронный музыкант, и он заказал, чтобы ему нарисовали его логотип. У него есть логотип, и вот на матрешке. А матрешка – это инструмент, который гораздо проще, чем тенденбокс, потому что они играют сидя обыкновенно, и человек гораздо быстрее может научиться на нем играть, чем на тенденбоксе. Thank you.